красная. Это вообще что? Да, красная. Кроваво-красная. А с кем из бывших вам хотя бы однажды хотелось сойтись заново? Из бывших это кто? А, не знаю, может быть, не знаю, понимаете, как? Знаете, каждый понимает по-своему. Знаете, я бы хотел бы все-таки своих умерших родителей еще встретить. Угу. А потому что вот если чувство вины меня преследует, чувство вины по поводу умерших близких людей. И, наверное, вот это серьезно, действительно. Что касается... Вы про родителей имеете в виду обоих, включая отца? Мама, отца. Ну, отец нас... Про отца вы такую историю рассказали однажды. Рано, да. Рано нас очень оставил, но мама сказала, что в 66-м году умер. А вот когда эту историю Биг-Биг Роман о нем написал, он вдруг воскрес, позвонил, оказывается, он живой. А я не поверил. Мне показалось, что меня разыгрывают. А он возьми и да умри. А ну, это был настоящий отец. Насколько... А я даже в Крыму, кстати, я не съездил в украинский тогда Крым с ним попрощаться. Это плохо. Ну и по поводу мамы и тети у меня были вещи не Ладно, очень хорошие. Не в общем, будем, все, не да. Будем, ну чего об этом, не, или не будем об этом, но в следующий Вы следующий не в церкви, раз... вас не обманут. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».